ось вони, ті позитивні гості, яких я вам обіцяла, яких анонсувала. Дозвольте нагадаю, імена наші постійні експерти, друзі, Олена Кравченко та Олександр Єрофєєв, дизайнери одягу. Ну що, говоримо про наболіле, да, про випускний, про сукню. Це така проблема для доньок, для мам. Але, Олена, ви пам'ятаєте свою, ну, безумовно, пам'ятаєте свою випускну сукню. Яка вона була? Уточню. Я точно пам'ятаю, що її шила мама. Точно пам'ятаю, що це, мабуть, була бурда або щось в цьому роді. Вот, потому что в то время, когда я выпускалась, это были какие-то пышные платья, я так, ну, не очень хотела такое. Это было платье, которое можно было потом одеть. Ну, так вот, на какие-то мероприятия. Оно было не длинное, несколько блестящее, помню. Такое чуть-чуть диско. Я переделала моду, я смотрю. Так, на пере трішечка. Як всім ми тоді переділи моду. І от багато хто керується тим, щоб потім одягати. Так, воно було практично. Ну, я цим не керувалася. Вас не запитую. Хлопчикам зручніше в цьому випадку. Може, я шила собі випускний костюм, так що не треба. Скажіть про свій костюм. Ну, я ж бабушка шила. Мама і бабушка. Ну, це ваше. Безумовно, що шили, а не купували. Ну, добре, давайте трішечки в історію. Випускних суконь, вона змінювалася. Пригадаємо ті такі пишні з 10 підйупниками, сукні. А може ще було щось популярне? Давайте, ну, можна... трішки в історію, такий екскурс. Так, да, уйти немножко, откуда вообще випускні бали. Вони появились в Російській імперії тоді, коли прийшов Петр I. Да, он, вот, в общем-то, открыл это окно. Всем известные. Вот. Потом... И это были не мальчиков. Такие балы. Для, да. Это были для выпускников, так как учились только мальчики, имели право учиться. Девушки были на домашнем обучении в то время. Да, все верно. Вот. Поэтому девушек мы там не видели. Поэтому и платьев тоже не видели. Такие балы, которые мы видим сейчас... И знаем сейчас, это американская история, то есть это оттуда. Их балы назывались пром, вот слово там promenade, там променад, да, в общем, променад, да, выйти. И вот там как раз появились вот эти вот платья, даже а-ля вот в нашем понимании свадебные они были, они довольно были такие вот помпезные. Вот... И вот так вот потихоньку с историей, там вот 20-е и 40-е годы, все довольно... Хотя немножко все менялось на фоне того, что происходило вообще в мире. Конечно же, войны. Да, вот эти тут все войны. Мои свои значения. Вот, войны, да, они влияли на платья, они были менее там какие-то там эдакие. Либо их вообще не было. Вот, ну, после 17-го года их отменили, потом в 30-е возобновили выпускные. Ну, это вот в России, да. То есть в Америке, потом в принципе, они так и войны. Оставались, да. Они менее более пышные, длины менялись с этими со всеми нью-луками. Вот, вот такие вообще, были. Выпускное какие-то. Платье полностью копирует тенденции эпохи, той, вот которая. Сейчас есть. То есть сегодня у нас платья нашей эпохи. В 70-е, если взять, то это мода 70-х. То есть каждый год платье несет там десятилетие в себе целое. То есть длина, цвет, форма – это время целой эпохи. Там 70-х, там 80-х и так далее. Мы обов'язково поговоримо про нашу эпоху. У нас актуальный сюжет. А вот перед сюжетом таке запитання. Пишні от такі платья доречні сьогодні чи ні? Наверное, не уместно. Чи якби хтось одягнув, то посміються чи що? Не очень удобные просто. Сейчас время немножко другое, как бы довольно-таки человек больше двигается. Это уже не кареты там и какие-то лимузины, в которые, в принципе, в таком большом платье тоже довольно-таки сложно залезть. Вот. Поэтому это неудобно, поэтому, может быть, и посмеются, потому что будут курьезы. Это же ведь и сесть невозможно, точнее, рядом с тобой никто не сядет, потому что платье сидит на два кресла. Ну вот такие вот какие-то моменты, они недоречные. А що доречно, давайте подивимось далі нашому актуальному сюжеті. Скільки суконь випускниця Катерина переміряла за останні місяці, вже і не пригадає. Але зрештою дівчина вирішила створити свій лук самостійно. Я сама придумала і зробила те, що хотіла, а не подражає яким-то еталоном. Наряд дівчини буде яскравим, сміливим і незвичайним водночас. Катерина переконана, що такого образу серед інших випускниць точно не буде. У мене буде чорна фатінова юбка, у якої будуть змінні підюбники, тобто різних цвітів можна буде міняти. Це юбка французької длини, потім укорочена блузка, теж необычного кроя, і красні кеди конверс. А найголовнішим плюсом у своєму образі дівчина називає зручність та практичність. Я планирую эту юбку одевать и через год, и через 5, ну то есть, чтобы это была такая удобная, комфортная юбка, которая подойдет под любой образ.
А я гонюсь за комфортом, удобством и за тем, чтобы мне лично нравилось то, что я ношу. Модельєр-конструктор одягу Наталя не дивується таким замовленням, адже в цьому році тенденція саме на незвичні образи та їх пошиття. Це може бути до зовсім струящегося обнаженого плаття або якогось міні. Хочеться їм бути більш сексуальними, вони хочуть більш відкритих, більш струящихся платтів. Є дівчатки, які хочуть міні або плаття, які їм потім пригодяться на праздники, ну, і далі. Але зрештою змінюються лише деталі, різновид тканин та колір випускної сукні. Але мрію бути принцесою на випускному вечорі ніхто не відміняв. Ну що скажете ось про такий образ? Юбка, кеди... Ну, такой современный casual. Да. Тобто, ну, це має місце бути на випускному? Це тенденція, в принципі. Тобто, да, зараз да, тенденція, да, 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 от розкажіть детальніше. Епохи наші, это вот то, що сьогодні. Да, спортивна обувь, вона как-то вот пару лет вошла в наш гардероб вместе с классическими костюмами. Угу. Там все помнят Ваню Урганта, который выбегал. Ну, сейчас, кстати, он уже перестал. Мне кажется, вот потихонечку она уходит, наверное. Вот. Ну, в общем-то, оно, да, оно пришло на улицы, оно пришло вот в массы. Ну, а до речи, это же таки свято, девчатка, ну, якось и кеды. Это та категория, которая, это не классическая все-таки, да, форма платья, mm-hmm. там, праздничного, как мы это понимаем. Поэтому через там определенные, вот дети, mm-hmm. например, уже этой девушки, смотря на фотографию своей мамы там или бабушки, будут говорить, о, это же было как тогда. Угу. То есть это не классическая вещь, которая со временем займет свое время, угу. ну, займет свое место во времени. И это будет понятно, что это конкретный период времени. Есть вещи более универсальные, тот же мужской классический костюм, да, вы смотрите там 50-е, 80-е, 70-е, мы, ну, да, есть некоторые там разницы в костюме, но форма все-таки та же. Угу. То есть здесь мы конкретно увидим, какие это были годы, вот прям... Ну, я думаю, что такой образ поодинокий будет, да? Ну, это человек же хочет выделиться, да? Да. Ну, чтобы выделиться, он возможен. Угу. А взагалі, вот такие тренды сегодня, якщо не пишні, то что? От давайте більш детальніше зараз поговоримо. Тренди суконь 2017. Ми завжди нашим клієнтам рекомендуємо, все-таки це такий юний возраст, він нежний, і ми стараємося, щоб все-таки дівчатки оставались дівчатками. Угу. Рекомендуємо неброский макіяж, легкі воздушні плаття, без кількості деталей, в меру відкриті, в меру закриті, для того, щоб все-таки ця юність, через там 20 лет вы уже не сможете так выглядеть никогда. Поэтому сегодня совет всем выпускницам оставайтесь вот именно девушками, юными, легкими, воздушными, красивыми. Это будет самый лучший образ. Mm-hmm. Ну, я відслежила в соціальній мережі дуже багато сперечань, яка має бути довжина, коротка чи довга. Що ви скажете з цього приводу? Чи міді, це, я скільки розумію, це саме французька довжина. Да, да, это вот когда щиколотку видно. Щиколотку видно. Да, а якщо це сукня? Може бути чуть-чуть повыше, по-разному mm-hmm. эти міді бувають. А як щодо суконь в пол, як то ми кажемо? Безусловно, вони остаються главним трендом, тому що це якраз таки тот класичний варіант плаття mm-hmm. для бала, который, в принципі, вне времени. Ну, это вечерний наряд, да, есть коктейльные платья, это вот эти uh-huh. миди, там могут быть мини. Ну, то есть не будем о мини, да? Не рекомендуют эксперты мини. В принципе, может быть, потому что, опять-таки, мода на спорт, и если красивые, хорошие данные, то это может быть мини, ну, не какой-то совсем-совсем мини. Ну, может быть, а мы бачили и полупрозорі сукни на выпускных, довольно да. часто бывает. Ну, опять-таки, это всё период... можно, да, вот как-то mm-hmm. пересделать, а можно вот в рамках. Что позволяет вам ваше воспитание, опять-таки, да? Да. Некоторые просто не могут такое одеть. Поэтому... Вот мы бачим фото, как в цій американці. Да, так, ну одразу погодьтеся, видно, що це американська така. Это американці, да, это 80-е, 70-е, потом бурда в 90-е, угу. даже 2000-е чуть-чуть такі вот принесла вот эти вот тенденции к нам. Особливо гарненькі такі з фонариками. Вот это уже современное. То есть платье все ещё осталось да. классическим таким, довольно-таки праздничным, и вот удобная обувь, да. Спортивное взуття. Очень даже так вот смело. Угу. Ну, це такий коктейльний да, варіант, да, варіант такі... але він має місце бути. Безусловно, звісно. Я думаю, що і зручно, і тим більше комфортно буде. А от хтось захоче одягнути пишне. Які поради в цьому випадку? Яке воно має бути пишним, щоб бути доречним, гарним і...
не смешно. Сразу два платья. Это самое основное. Ось як. Да, то есть для какой для церемонии, для официальной вы можете выйти, потом вам будет неудобно, и зачастую, когда выбирают несколько, ну, платье там в пол или пышное, делают второе платье какое-то вот такое скромное для того, чтобы потом переодеться, и когда уже вечер, когда вы будете танцевать, гулять, чтобы не портить то платье, которое основное. Ну, а зрешто дівчата керуються, коли обирають сукні по фігурі. Що ви скажете з цього приводу? От декілька слів, для якої фігури, які сукні доречні? Ну, безусловно, якщо там крупні бедра, витягуєте длинне платье, длинна юбка, піднімаємо талію, короткие ноги, талию рез в стиле ампир, вытягиваем ноги визуально. Очень много эффектов, да, которые маскируют. Какие-то рюши, которые... Рюши, да. Валаны. Что нам дают рюши? Балансируем, балансируем. Много снизу, добавляем на плечи сверху. Рюши. Да. Акцент робимо на здесь много, да. Все балансируем и приблизительно и талию выделяем. Какими-то там. Можем. Да, поясами, лентами, цветами. Там, вот так аж ты, насколько можем. Зараз все девчата затягнут собі по максимуму. А кольори? А які кольори в тренді сьогодні? Ну вот пастельные, пастельные довольно-таки, ну это мы, если мы говорим такой классический вариант, то вот сетки, они пастельных тонов каких-то, вот это самое такое, дымчатые, это вот, которые миди, да, вот эти пыльные цвета очень хороши. Еще пудрові там, кажуть, да, так? Да. А тканина, от, наприклад, якщо шовк, от я спілкувалася з кількома дівчатами, вони хочуть шовкові от, собі сукні на випускний, що ви скажете з цього приводу? Шовк завжди моден. Шовк завжди моден, да. А він же підкреслює недоліки, чи ні, чи я помиляю? Все залежить вже от той моделі, яку ви выберете. То открою, есть, открою, зависит, да. Какое используется крой? Если, конечно, платье по косой скроено, то у вас должна быть идеальная фигура просто, потому что он повторит все. Безусловно, там юбки пышные, шелк ничего не испортит. Если, на, да, только собранная украсит. Юбка на талии, то в этих фалдах мы не увидим. Единственное, фигуры. С ним надо уметь обращаться и уметь его носить тоже. Так, а взагалі, какие тканины варто брать для сукни, из якої ніколи не прогадаешь? Я навіть знаю, що жаккард беруть, чи оці такі толсті. Жаккард, да, ну, наверное, більше хлопковий какой-то, да, потому что да, воно буде совсем, он плотный, жаркий. Да, буде совсем крестьянським таким, например, местным, може бути. Я зрозуміла. А ще навіть костюми одягають на випускні бали. Що ви скажете з цього приводу? Ну, опять-таки, те, хто хоче виділитися, да. Ну, це, ну, по моді буде чи ні? Ну, без, це завжди було в моді, Марлен Дітріх все время носила костюми. Просто він має бути якимось чи яскравим, чи що, чи навпаки. Може бути, наоборот, дуже пастельний. Пастельний, він може бути пастельний і буде виглядіти, от як, от, хто у нас, дружина президента Америки. Дональда Трампа. Да, Дональда Трампа, да. Вона довольно-таки, як би, от зараз несе цю моду, от цих от костюмів. Вони не такі голубі, да, такі розові, где-то. Ну, чому би і ні? Чесно кажучи, я б теж, напевно, одягнула б костюм. Да, і, опять-таки, потім в інституті, коли... Эти люди идут потом дальше, и он пригодится, такой костюм. И он не смотрится вычурно слишком. Он яркий, но это вот не юбка с кроссовками, например. И подчеркивает характер. Если девушка серьезная, то... Это же, можно сказать, что такая сувора. А какие є табу? Ну, такие поради, чего не варто робити? Уж слишком откровенный, наверное. Подчеркивает какую-то мегасексуальность, которая на этом вечере вообще неуместна. Да, этого, по-моему, уже все наелись, так уже. Это неинтересно, совершенно уже и некрасиво. А що, ще ніяких таких заборон в кольорі, от таких якихось нюансів немає, да? Для того, щоб вразити, для того, щоб не з'явитися в Інстаграмі як найневдачніший лук. Ну да, може бути, безусловно, якщо там принт зебра, який тобі совершенно не йде, це теж неуместно. Занотовуйте, принти не можна, там леопард, наскільки я розумію. Ну, да, это немножко зебра, столько, їх очень много. Там, а ще якісь там птички, бубочки, там. Ну, якщо вони всі делікатненькі, да, то може бути. Мелкие, как сейчас модно, да, на какой-то спокойной ткани, какие-то мелкие вишенки, то вполне возможно. Если мы видим общий образ, а не вот только какие-то попугаев там или еще кого-то, то это может быть. Мегаброский макияж тоже, опять-таки, мы всегда рекомендуем. До речи, что на макияжу и зачески, аксессуаров, декілька слів буквально. Минимум всего. Мы советуем всегда минимум. Опять, вот у нас сегодня, да, есть клиент, который готовит выпускное платье. Когда мы разговариваем о прическе с ней, то мы ей рекомендуем, например, распущенные волосы, кудри, какую-то легкость, минимум украшений, какие-то там небольшие серьги. Вообще положено, да, там не больше двух элементов на себя. Вот если вы одели серьги и кольцо, то на шею вы уже ничего не одеваете. То есть это уже определенный мувитон, определенный этикет ношения украшений. А, то есть вот таких вот зачастую... Ну зачем оранжерея?
Зачем вам оранжерея, на которой будет стоять? Должен быть виден человек все-таки, а не вот это все, вся эта красота. Оце геніальне просто таке завершення нашої розмови. Дякую вам, Олександр Єрофієв, Олена Кравченко були у нас в гостях. Спробували розставити акценти. Не бійтеся нічого, будьте сміливими, так? І головне мати гарний настрій. Дякую вам, а ми продовжуємо разом з вами.